Здорово, всем здорово. Черт, что-то подзависло. Так, ладно, продолжаем. Что-то подлагнуло у меня. Опять интернет. И тут мы ничего вкусно полезного не нашли. С этим поболтали, пошли далее. Правда, куда мы? Тут получается мы выше идем. Да, понял. А это забавно, слушай. Но хотя если бы тут локации соединялись как-то поинтересней. Это соединение локации, я, конечно, извиняюсь, говнецо. Так, погоди, это же я здесь был. Вообще ничего не помню, почему это я вдруг опять здесь оказался. Что это, блин, означает все? Попробую разобраться. Эх, ни минуты покоя. Ну что, нашелся господин Аман? Разбойники, говоришь? Разберемся. В молчащих холмах веками не шумели и теперь не будут. Всех поймаем и отправим под суд. Ряд капитана Амысова. Так, ясненько. Это что у нас? Фрагмент статуи. Угу. Короче, я буду стараться читать, но мне придется народ увеличивать. Это видно, но довольно-таки плоховато. Если честно. Напрягать зрение мне как-то неохот. К тому же сейчас уже ночь довольно-таки. Сами можете время посмотреть. Это надо число можно поставить? Тан-тан-тан-тан-тан-тан. И чего у меня тут? Что тут найти-то надо? Да, вот задание вообще не понятно. Так, активировать портал. Найти капитана. Выполнено задание, уничтожить разбойников. Пока. Ну хорошо. А, теперь нам дальше выше надо. Ого, там заданий, что ли, столько нам дадут? Эх, не минуты. Ребят, Ламбера они подтянут, ну-ну. А больше Артас ничего подтянуть не хочет? Может, ремешки затянуть? В его лагере провианта еще на неделю хватит. Там и куры фаршированные, ветчина с деревенским сыром и кисель ягодная. А у нас на обед... Прелое яблоко и холодный пирожок с кислой капустой. Разве это годится? Никуда я своих ребят не поведу, пока нам сносных припасов не поставят. Ну правильно. Какой тебе бляха воин там на голодный желудок будет? Вот мне интересно. Так. Ну вот это правильно. Не понял, что, ну ладно. Это по-настоящему. А то повяжут за разбой, кинут в темницу. Пользы никакой. Только корми их гадов за городской счет. Там бандитов не знаю. Дали задание убить 400 бандитов. Я еще понимаю, но, блин. Угу. Привод, конечно, везде неполный. Искатель, я тоже прежде был из ваших. Сейчас обувью излазил бы рельеф и простучал руины. Перерыл снизу то верху, а потом, как деньги закончились, махнул руку и нанялся в солдаты. Логично. И знаете, в целом ничего не изменилось. Все так же не вылезаю из молчащих холмов, все так же голодаю и не досыпаю. Но я не об этом. Прежние времена
И я составил подробную карту. Видите, вот часовню. Вот дома каменщиков. А тут мы с вами. Так я отметил, все разбойничьи лагеря свободные тропы. Передайте ее бургомистру. Скажите, тут пути, которыми можно привести подкрепление и цели для атаки. А это что такое? Серда... Господь помилуй. Да что ж у вас такие названия странные-то, блин. Неужели нельзя было что-то попроще придумать? Так, у нас здесь еще с кем-то можно почурюкать. О, телепорт. Открыть дальше-то что? Без тебя знаешь, что такое кнопка М? Спасибо. Можно как-то это закрыть? Спасибо. Порталы. Да недорогие, сука. Ни хрена я не буду по ним прыгать. Разбойников видел. Хорошо, давай стоим строго в центре. Вот так вот. А этот портал 15 золот. Ой. Но почему так-то? Тридцать золота тратить неохота, серебра точнее. Короче, нафиг. Ну и так там его копейки. Так, а мне надо куда-нибудь другое место, кстати говоря, о птичках. Погодь-ка. Им увеличилку. Исторически же задание выполнено. Так, вернуться, передать бургомистру карту, связаться с Карой. Это вот завершить надо, да? М, вернуться в Ленхольц. Ну, японская блоха. Ну что, М? Блин, отстой-то какой, слушай. Дорог ж, ёпта. Если бы это не было по заданию, хрен бы через этот портал за такие деньги прыгал. За несчастные случаи во время телепортации мы ответственности не несем. Получить при какие-нибудь зарплату ты получил 100 серебряных, ну 130. И, блин, тебе 30 серебряных надо потратить, чтобы прыгнуть. Ну, сейчас. Жать-то на что? Проходи комнату мимо. Себе снимать. Не видишь, я делом занята. Отстой. Ламбер мог бы сам ко мне заглянуть. А то как стал капитаном или кто он там? Так весь такой занятой. Фу ты, ну ты, куда там? Я вчера для него мясной пирог спекла, грибочки маринованные достала, заморские пастилы нарезала, а он снова не пришел, только обещает. Блин, это называется, здравствуйте, мужик, пошел на работу. На, забирай, не пропадать же добру. О, спасибо. Ты только скажи ему, что Делина, нет, лучше ничего не говори. Девушку-то лучше не обламывать. Yeah. Так, ладно, попёрлись-ка. А ты чё хочешь? Так. Если работаешь, тогда совсем другой разговор. Помощники мне не нужны, тем более пришли, зная я вас, отвернёшься. Либо топор пропал, либо кинжал, либо ящик с деньгами обчищен. А вот... Куролисковые перья приму по серебряному за десяток. И смотри у меня, чтобы без хитростей. А то один тут забрался в соседний двор петуха, щипал и принес. Думал я, курят куролиска не отличу. Ишь ты. Нет, ты представляешь... Ты заходишь в огород, ощипываешь петуха. Да, утром петух такой идет ощипанный. Ламер,
Надо было сразу... Я просто представил себе эту картину, он в деревне был. Ну, курей видели, там ходят петухи, бывают. Ну, представьте, курицу там щипа на ухоне. Я не знаю, наверное, блин, там сразу в деревне и пить, и курить бросил, моментально такое увидев. Ну, а этому что надо? Так, дай взглянуть. Славная карта. Что, блин, за карта? Так, такую бы карту, да, к доске на площади прикрепить, чтоб прежде... сразу видели, где поклониться руинам. Первой часовне. Где рассмотреть барельефы мастера Леохара? Где бюстик Стефана Благословенного прикупить? На память. Я понимаю, бы бюстик не Стефана Благословенного, а Стефании Благословенного. Да, я бы, наверное, прикупил. Ну, а так-то зачем? Раз уж так, надо бы брать с каменщиков мзду за эти бюстики. Казня, опять же, пользу ступай, прикрепи. Как ты будешь забрали. Отчитываться, что они там продают? Интересно. Так, а почему опять знак вопроса, то у меня там сияет, уже достал меня. 5 рулонов вердского шелка за 10 медиков. Афера какая-то. Так, вы прикрепили карту городскую в стене объявлений. А тут можно что-то почитать? Особые приметы. Ну, давай примем. Лучшие товары в Леонхольде. Искателям скидки. Так, вот эта Аргаш, да, я помню ее. О, может ей продать... А, зачем? Хотя продавать сейчас тоже смысла толком ничего нету. Продавать-то и нечего, блин. Начнем с этого. Так, я с этим дядькой могу поговорить? Нет, только поторговать, да? Так. Сама что хотел побазарить? Я не понимаю твое. Столько хлопот, ничего. А, это я могу побазарить. Так, это мне сюда надо будет бежать, лады. Там туда надо будет бежать. Хорошо. Но написано, типа, не выполнены. А, может это надо... Погоди. Может это надо там пробежать и там и как-то сдать. Проходи мимо. Не видишь, я делом... Стоп. Так, добудь перья. А, это надо выполнить. Перья куралевских молчащих холмов. Одолеть кула, стереть. Свериться с картой и выбрать портал на Тиольнийском трасте. Свериться с картой и выбрать портал на Тиольнийском... Чего? Трасте. Траст. Траст. А где же мне его, блин, искать-то? Ладно, пойдем сейчас перья подобываем для начала. Перья есть? Серьезно? Давайте-ка посмотрим. Так. О! Получить. Ну, я лично не против. Правда, мне чуть поинтереснее прокачать. По примеру, хупуху побольше. Давали бы выбор на прокачку, вообще было бы шикарно. К сожалению, здесь этого нема.
Выполнять дальше задание. Возьмите меня с собой. На молчащих холмах шуметь запрещено. Пердеть-то можно? Я, кажись, разбойников видел. Лошадку не спереть жалко. Это что за хренатень такая? Ездовое, блин, животное, жуть. Не, ну игроков новых тут, я смотрю, хватает. А, тут по 21. Значит, не схалтурить. Я-то думал, видишь, их можно будет больше набрать. Они будут падать. Интересно даже, смотри, что выпало. Прикольно. Ужас, какой у него ДПС-то ужасный. Ой, ну чё, последних добиваем. Пока. Так, и теперь мне нужна... Какая миссия? Вот эта. Карта. Не сюда, я понял. Разрешите малую. Магия, магия, магия. Не, стрелок, конечно, черт интересный, но, блин, это как-то все. Японская блоха. Дядь, у тебя молоточек-то не слишком маленький. О, босс. Боссы тут, конечно, интересная вещь. Они рандомно респятся. Еще один босс. И выжила, прикинь. Угу. Слушай, а мне на боссов сейчас конкретно везет. Кто-то пофармил, а я так и хитро пришел. Подчистил босса. Ну, походу, дело так оно и есть. Не, мужики, спасибо. Особо я еще не отказался. Но, к сожалению, вас убивать смысла, блин, нету. Падали бы хоть какое-нибудь мясо, тут хоть что-нибудь. Японская блоха. Вообще ни хрена ж не падает толком. Эх ты, Лина, не понимает, что ли, что у меня служба?
Ладно бы мне насолила, так она всем ребятам аппетит попортила. А в нашем деле без аппетита никак. Вдруг война, а мы голодные. Опять же, если к ней постоянно бегать буду, кому же молчащие холмы охранять? Ну вот скажи, прав я что ли? Ну вообще-то дурак ты, Ламбер. Ты за языком следи. Я бы тебе разъяснил, кто здесь умный, а кто нет. Только времени нет. А вот Бернард говорит, бандиты к нашему посту подступили, чувствуют себя как дома. Лагерь разбили, награбили на кучу, спалили, ничего не боятся. Вроде как, из той же шайки, что в часовне, мы их про себя отравленными кинжалами прозвали. Знаешь ведь, что с Мартином творится? Гнойные волдыри, кровавый кашель. Разделалась с ним... Разделаться с ним надо, ради Мартина. Сначала головаря пришить, а потом и мелкую сошку. Конкретное описание, блин. Я, кажись, разбойников видел. Чем мне мешает, тут ты мне объясни. По толку от этой неписи я бы еще согласился. Прочесывают восточные руины. Горбаш ищет в речной долине. Им нужно время. Оставайтесь в лагере, отвлекайте стражу. Так опыта там мало дают. Я-то думал, расправимся с главарем и дело с концами. Мелкую шваль быстро разгоним. Оно вон как обернулось. Отвлекают они нас. Я отправлю ребят в речную долину, а ты наведайся в восточные руины. За ними старый каменщик приглядывает, как его, Халын. Может, разузнаешь у него, что там да как, прежде чем в руины соваться. Да, перевод, конечно, блин, сделали, так я бы сказал, до какого места. Так, проведать бы каменщиков, уйдем в речную долину, они вовсе без защиты останутся. Так, нет, они, конечно, люди крепкие и молотом махать привычные, да только младшему из них, господину Эльму, добрых 60 лет. Хрена себе. Вот я и беспокоюсь, искатель. Как бы с ними ни случилось беды, в руинах старого города, знаете ли, всякое встречается. Пора даже похуже разбойников. Да, принять. Так, а теперь надо с ним побазарить. Так, ладно. Чё там в ящике? Пирог мясной. Это хорошо. Капитан Ламбер его в одну рожу сожрет. Не подавится. Отгрызет сытый... Отрыгнет сытый и пойдет приказы раздавать. Камер в дозор. Нортон к костру варить гнилую полбу. Нортон скоро плюнет. Бросит половник и пойдет сдаваться плен к разбойникам. Пленных небось кормят у них при этом лучше. Провизии мешок на мешке сам видел. Да уж. Чуешь, дымком потянуло. Костер разложили ироды. Похлебку будут варить. Сытную густую с картошечкой. От одних мыслей живот сводит. Не, ну конечно... Голодный солдат это вообще не солдат. Так.
Откуда у тебя жетон кута? Или ты добыть не можешь? Парни, кута копыта откинул. Сколько из-за этой сволочи хороших ребят полегло. По делу мерзавцу. Завершить. Я все в толк не возьму. Чего этим разбойникам нужно? Какие ценности в руинах? Их уже столько искателей перерыло. До последнего камешка. Там монеты не съешь. Разве у кого из кармана выпало? Эти копаются, суетятся, кирками машут. Вот до вечера статуи Стефана Благоверного тырнули, фигуры простучали и ушли. Уже одного Стефана рука отвалилась, а другой вовсе на бок косить стал. Поправили бы, а то нехорошо, святой человек все же. Каменщики пока туда доберутся, боятся на нынче из дома выходить. Каменщики-то и правильно делают. Принять. Хорошо. Так, здесь задания все приняли. Читай, народ, с увеличением. Можно, в принципе, и так просмотреть, но... Я, кажись, разбойников видел. Немного хреновато видно. Ну и, честно говоря, напрягать зрение не собираюсь. Это глупо. О! Я могу этот лагерь уничтожить? Не, обычными заклинаниями мы очень долго его пинать будем. Ладно, соберем кучу народу, уже попроще будет. Пойдется накормим солдат. Странно как-то эта боевка здесь. Но если уж и сравнивать, Dark Orbit ты пинаешь намного длиннее бывает некоторых юнитов. Это раздражает. Так, ладно, один мешочек мы затыбрили. Что-нибудь еще у вас тут есть? А, больше ничего нету. Что тут был бы мне от вас толк хотя бы? Странно это было. Боевкой это не назвать. Угу. Не, ну дожился. Пришел у разбойников тырить еду. Вот в какой игре вы это встретите? Ай. О, босс. А с него ничего не падает, это просто босс, который есть. А почему я его не видел? Кстати, может и видел, но не обращал внимания. Что он там постоянно спаунится. Ну лады. Правда, жалко, что с него ничего не падает. Погоди-ка, здесь у нас что? Поправил. Ах ты, так, уничтожь каменных големов 10 штук. Так, отнеси перья. Это есть. Каменных големов надо сделать. Так,
Блин, а как понять, какие выполнены вообще? Уничтожь каменных ног. Вот этих вот ребят уничтожать, да? Ну, неохота как-то. Ну, ладно, давай уничтожим. Что они мне сделали? Можно вопрос? Чё, всех убили? Так. Припасы есть, это все есть. Пошли, короче, зададим задание. Да, правильно идем. О, тут можно так карту даже делать. Как мне это убрать, блин? Ну, прекрасно. Да, ёлы-палы, и чё мне теперь, как это быть? Как мне эту хрень убрать, простите? Ой, попадос. Я не вижу даже, как ее закрыть. Погоди, а как я ее вообще открыл? Ну, М всего лишь нажал. Пало. Реально ее убрать не могу, слушай. Вандалы! Как же это можно руку на памятник поднимать? Вообще не вижу, как убрать вот эту хренотень, слушай. Блин. Так, народ, я... Сколько там времени уже прошло? Ладно, серию закончу, попробую разобраться, как ее убрать. Что-то я как-то не въехал. Всем удачи, всем пока.